У меня пропал сын. Когда пропал и где? Предположительно, в Турции. Если пропал за границей, мы не можем помочь. Мой вам совет. Одной не ехать, возьмите мужа. Ты знала, что у меня другие женщины есть? Не знала. Когда узнала, ушла. Я на тебя год потратил. Мы с тобой прожили 2 месяца и 20 дней. Ты опять меня с кем-то перепутал. Да? Я только мать твоего ребенка, и все. Василий, моя фамилия? Моя. Рассказывал обо мне? Умоляю, не убивать. Ваш сын завербован экстремистской организацией. Договориться с местными спецслужбами невозможно. Я много жизни ошибок совершил. Вот еще одна. Не надо требовать от меня невозможного! Отдохну и убью тебя. Не убьешь. Я знаю, где твой сын.